Бізім бұтын рубрикаларымыздың сейретініз, чүнке эпосы пек файдалыдыр. Бізім студиямызда есе мұсафыр болмақта, вешімді біз 7 ел әвелсі олып кечкен вақияларыны хатырламаға істейміз. Бізім студиямызда Сергей Таразов, Крым Джумхуриетінің Девлет Шурасының мебусы. Доброе утро. Доброе утро. Рады приветствовать вас в нашей студии. Сергей Иванович, как сказал глава Крыма Сергей Аксенов, благодаря тому, что в рядах крымской самообороны было огромное количество воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане, нам удалось пройти крымскую весну без жертв. И действительно, афганцы были одними из первых при создании полка народного ополчения, и вы среди них. Как вы вспоминаете события крымской весны 2014 года, и что помогло нам сохранить мир в нашей стране? Ну, действительно, вспоминается как один день, несмотря на то, что прошло 7 лет уже. И я хочу, вот, пользуясь моментом, поздравить всех крымчан с историческим событием, решением о вхождении в состав Российской Федерации и проголосовавших на референдуме за это решение. Ну, как участник боевых действий, как ветераны, мы стали в ряды народного ополчения одними из первых, которое начало формироваться 23 февраля 2014 года. Ну а до этого, конечно, мы уже, зная, к чему может привести вот, междоусобица, гражданская война, мы уже стали создавать свои отряды на базе наших районных и городских отделений ветеранов Афганистана для того, чтобы поддерживать общественный порядок. То есть задолго до 23 февраля, мы как раз 13 февраля приехали из Киева, где отмечали 25-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, и было уже понятно о том, что Майдан просто так не закончится какими-то мирными переговорами и так далее. То есть начали готовиться к худшему, и благодаря вот нашим активным товарищам Саше Шувалову, Саше Корневу, Дмитрию Демьяновичу Смирнову были вот организованы отряды, мобильные отряды, пешие отряды. По нашей инициативе городские депутаты вышли на патрулирование наших вечерних улиц для того, чтобы в Крыму был мир, порядок и спокойствие. Как житель Крыма, как вы вспоминаете день референдума 16 марта 7 лет назад? Это для нас был и праздник, и это был очень насыщенный и напряженный трудовой день, потому что в рядах ополчения мы обеспечивали порядок на избирательных участках, мы обеспечили сохранность бюллетеней, то есть для нас это была и работа, и в то же время это, конечно, был для нас праздник, потому что мы видели, с каким воодушевлением, во-первых, люди готовились к проведению референдума, и с каким воодушевлением люди шли на референдум. То есть это радость, это цветы, это улыбки, это песни. То есть это действительно был всенародный общий подъем, такой, ну, масштабный, будем так говорить. А не можем не отметить, что вы являетесь руководителем предприятия «Крымгазсети». И так в одном из своих интервью вы заявили, что к концу второй российской пятилетки уровень газификации Крыма приблизится к 100%. А какие темпы у нас на сегодняшний день в этом направлении? Я хочу сказать, что темпы очень достаточно реальные и достаточно стремительные. И этот вопрос находится под неусыпным контролем главы республики Сергея Валерьевича Аксенова и председателя Госсовета Константина Владимира Андреевича. Вот. Более того, я хочу сказать, что ряд населенных пунктов, которые вошли в федеральную целевую программу, разработана республиканская адресная инвестиционная программа. То есть здесь не только, будем говорить, темпы зависят от Крымгазсети, но и зависят от местных органов власти и управления, которые нам должны будут предоставить те, будем говорить, населенные пункты, которые они хотят газифицировать в первую очередь. У нас здесь идет сплоченная работа, интенсивная работа и плодотворная работа по газификации Крыма. И действительно, как поставлена задача о 100% газификации, то этот вопрос будет решен, потому что ему придается очень пристальное внимание. Что бы вы хотели пожелать всем крымчанам? Самое главное, конечно, это мирного неба. Солнечного, ясного, голубого мирного неба, крымского неба. Вот. И всем крымчанам желаю, самое главное, крепкого-крепкого здоровья. Мы вас еще раз поздравляем с сегодняшним праздником. Спасибо, что посетили нас сегодня. И, конечно, желаем хорошего праздника и хорошего настроения. Спасибо большое. Взаимно всех крымчан, всех и вас, значит, с праздником. Всем здоровья. Здоровья и мирного неба. Спасибо. Спасибо. Сайхал Даслар, Бузом, Яйнамас, Девам, Этенев, Бетека, рубрика Мусенда, Азер, Кельнасон, Эбер, Эберликте, Сеир, Этиек.